Всем привет! Когда хочешь выпить чаю? Делаешь глоток, и тут приходит идея. Берем немного черничного сока. Еще чуть-чуть. Макаем перо и пробуем что-нибудь написать. Пишем. Вы спросите, что это за перо? Перо бренда Леонард 40, а держатель пера обычная сухая ветка. Перо и крепление. Собираем самодельное перо. Собираю все сама, как могу. Пишем. На самом деле не очень удобно. Почему бы не использовать обычное перо, спросите вы? Им же можно написать все гораздо лучше. Гораздо лучше. Поскольку я уж решила использовать натуральные материалы, ну и перо пусть будет такое. Вот мой результат. Корявенько, конечно, но какой держатель, такой результат. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.